Сегодня «Газпром» демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идет вперед. Газ был и еще очень-очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти. Так, за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может и больше. За так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики.